Всем привет! С вами Юля. Сегодня суббота. Какое число? Наверное, какое? 8 апреля. Да, хорошо, что календарь рядом. Итак, решила сделать небольшое включение, немножко поделиться какими-то рукодельными новостями. Немного, ну так, немножко для настроения. Перед вами дорожка. Она здесь не потому, что сильно продвинулась, просто так, для красоты. Она у меня в процессе. И за последнее время я успела вышить немножко глазки. Я здесь повышивала, продвигаюсь, вышиваю алжирские вот эти глазки. Немножко повышивала в длину. Кстати, по длине у меня работа по одной стороне дошла до половины длины, скажем так, вот этой части. Конечно, это пока только основные эти базовые швы. Нужно будет еще сделать алжирские глазки. Также нужно будет делать переплетение и, конечно же, обметочный шов, который, вот видите, здесь у меня закачивается. Нужно идти дальше делать обметочный шов. Я думаю, что сегодня смогу снять видео. Также по хардангеру у меня уезжает камера. Разболтался штатив и плохо теперь держит телефон, снимаю на телефон, и со временем начинает потихоньку сползать. Так, я говорила, что я постараюсь сегодня сделать видео о еще базовых стежках, то есть мы сделаем с вами вот этот вот кантик, обметочный шов вот здесь выполним, и, наверное, еще немножечко порежем, поделаем переплетение. Но здесь у меня остались в основном простые переплетения. Это вот такие вот переплетения. Ну и будем делать серединку. Здесь вообще ничего сложного нет. Самый интересный был здесь узор, это вот этот. Вот. И уже как бы себя попробовала в хардангере. Конечно, следующий хочется прям сделать такой прям ух, крутой. Ну посмотрим. Хотя бы этот сейчас доделать, хотя идет очень-очень хорошо. Так, какие новости рукодельные? За итоги марта я вам показывала, что у меня есть швейный проект незавершенный. Был тогда только покройный. Вы видели две основные половинки. И вот теперь я вам показываю уже полностью готовое изделие. У меня получился вот такой конверт. Очень яркий, очень сочный. Такой, знаете, именно весенний, летний, прям вот вырви глаз. С красной молнией. Долго я с ней здесь мучилась, возилась, потому что с молниями у меня какие-то сложные отношения. Почему-то каждый раз я что-нибудь, да, там что-то неправильно сделаю. Приходится что-то переделывать, доделывать. И вот с этими молниями, конечно, непросто. Вот. Такая получилась у меня сумочка. Небольшая по размерам. Давайте, кстати, ее померяем. Я еще ее не мерила. Итоговый размер какой получился? 28,4. 28,3 даже, можно так сказать. И 23, почти 23 сантиметра. Чуть-чуть меньше, там 23, 22,9. Вот так как-то получается. Вот. Небольшой получился конверт, но очень яркий и очень такой, знаете, позитивный, создает хорошее настроение, солнечное. Оформила я вот эту вышивку, нарциссы, производитель рукодельные забавы, очень интересный производитель, кстати, вот как-то у меня нет в запасах его наборов, а, конечно, бы хотелось несколько приобрести, потому что у них небольшие, но очень интересные дизайны. Вот. Вышивала я эту марочку. Вот 32 копейки здесь были уже вышиты гладью машинной. Все остальное нужно было вышивать крестиком. Быстро, легко. Вот. В данном оформлении я не использовала какой-то дополнительный паспорту, потому что здесь есть вот эта сама черная рамочка, которая выполняет роль паспорту. И больше ничего, в общем-то, не надо. Думала я о разных сочетаниях цветов, но мне вот понравился желтый, потому что он как раз подходит в цвет нарциссов. Ярко получилось. Ну и чтобы подчеркнуть, как-то разбавить этот желтый цвет, вот здесь вот как раз эта красная молния сочетается с этими 32 копейками. Вот такой вот конвертик. Он не очень вместительный, потому что он такой достаточно плоский. Для небольших процессов, ну вот я думаю, что
И я правильно делаю, что я делаю все разных форм и объемов и размеров, чтобы у меня было под разные процессы. То есть где-то нужен большой какой-то мешок, где-то маленький конвейер, да, все-таки разные есть процессы. Вот так вот открывается здесь молния. Молния открывается, и отсюда у нас выглядывают вот такие вот пяльчики Норги. Для фотографии взяла вот этот процесс. Кстати, нужно будет к нему как-то вернуться. Это востоковедение от Анкор. Очень интересный дизайн. Буквально у меня здесь выполнено некоторое начало. Я так как-то начала его. У меня был месяц стартов. Эти месяца старта, знаете, они... Все, я уже сколько раз зарекалась их больше не делать, ни недели старты, ни месяца старты, потому что потом годами разбираешься с этими стартами, и очень сложно на самом деле довести до ума все начатое, потому что время идет, настроение меняется, и хочется что-то еще начинать, а у тебя уже там начато на 10 лет вперед. Вот, поэтому как-то так. Но дизайн очень крутой, кстати, я про него совсем забыла со своими начатышами, и хорошо, что я вот так вот его взяла для фото, он у меня будет здесь в этой сумочке храниться и будет стоять в очереди на отшив, потому что стоящий дизайн, нужно с ним поработать. Ну, тут вот начало, у меня самое начало. Если найду картинку, вставлю картинку как, ну, обложку, что должно получиться в итоге. Вот здесь пока у меня основа никак не оформлена, просто я так вот схематично тянула на пяльца, чтобы сделать фотографию, да, вот показать. Ну покажу вам внутренность. Внутренность я сделала вот такую теплую шоколадную основу коричневого цвета, шоколадного такого вот. Хотела сделать зеленую, но зеленый у меня не было достаточно материала, поэтому вот такой цвет, ну, тоже подходит. Все очень гармонично как раз для процесса. Вот видите, пяльца сюда хорошо помещаются. Слава богу, все-таки ну, получилось у меня сделать так, чтобы хотя бы вот эти пяльца помещались, ну и круглые бы сюда помещались. Ну, есть небольшой запас, сюда положить там схемы, там и иголки, еще все, что нужно. В общем, такой. Внутри он более-менее вместительный. Вот такая вот получилась сумочка. Я рада, что мои вышивки оформляются, приобретают какое-то практическое значение, не просто лежат в рулоне. Вот, ну, дальше будем совершенствоваться, пока я учусь. Знаете, когда я только купила свою швейную машинку, я вообще ее, знаете, боялась. Мне было даже страшно просто шить прямые строчки. Ну, как бы я там нажимала педаль, машинка у меня мощная, купила с большим запасом, такая, знаете, достаточно крутая машинка Bernetti Academy B05. У нее и стол есть для печерка приставной, внутри она полностью металлическая, она не электронная, там по строчкам не супер много, но вот для такого, для бытового шитья она достаточно такая, знаете, серьезная, тяжелая, с хорошей комплектацией. Ну, в общем, для меня нормально, то, что нужно, как бы более профессионально мне, в общем-то, пока и не нужно. И даже на это я, когда пробовала шить, тренировалась и нажимаю вот эту педаль, и она вперед бежит, быстро шьет. Мне было, знаете, немножко как-то, ну, непривычно, страшновато, потому что и у меня нет навыков шитья. И приходилось как бы сидеть, просто вот привыкать к самой машинке. И там первые изделия я шила, мне прям казалось это сверхсложным. Постепенно, конечно, смотря мастер-классы, я уже привыкла к машинке, уже какие-то вещи для меня, ну, более понятные. Ну, в общем, стараюсь, пытаюсь делать, чтобы все у меня получалось. Конечно, какие-то есть еще огрехи, я это вижу, я понимаю, не хватает опыта, как бы, знаете, сделал, а потом уже понял. Ну, все в процессе, я думаю, у меня постепенно будет улучшаться и улучшаться каждое новое рукоделие какое-то, да, оно требует тоже каких-то навыков, просто набить руку, попробовать, вот как крестик, да, чем больше вышиваешь, тем крестики аккуратнее, опыта больше, каждому дизайну подходишь индивидуально. Вот, я думаю, что и здесь я потихоньку наловчусь и с тканями разберусь, ну, буду стараться. Вот, такое у меня появилось изделие, очень классное, крутое, и покажу теперь крестики, что же у меня с крестиками было на этой неделе. Здесь полежит где-то, порадует. Крестики.
Так, по крестикам не густо. Вышиваю я Home Sweet Home, так как вам и показывала, рассказывала, что хочу завершить эту работу. Работа как раз сейчас по сезону, то, что нужно. Птички, цветочки, яркая, замечательная. Но здесь очень много также ниток. Поэтому я думаю, что нужно поскорее закончить, нитки разобрать. Надо наводить порядок с моими начатышами. У меня их очень-очень много, я что-то как-то разогналась, себя вообще как бы не сдерживаю. Вот что хочу, то и творю, что называется. Вот, ну и то, что у меня есть на сегодня. Немного подросла работа, вышивала я, переставила пальца вот сюда и вышиваю вот. Вот здесь у меня было вот так вышито, и вышиваю я вот эту сторону. Здесь мало вышито на самом деле, но и процесс у меня идет совсем по чуть-чуть, потому что часто меняется нитка. 3, 4, 5 крестиков, ну в основном 5-6 крестиков, да, не буду сильно, конечно, я преувеличивать, 5-6 крестиков, и нужно менять нитку. И вот эта чехарда, знаете, нитку взял, отмотал, вышел, закрепился, отрезал, иголку опять замотал. Вот, поэтому процесс идет очень медленно. Схему нужно отмечать, потому что она тоже мелкая, черно-белая, чтобы не сбиться, не запутаться. Ну вот как-то так у меня продвигается мой процесс. Не хватало у меня здесь одной нитки 776. Хорошо, что я заглянула в свои запасы и в карту с цветов у ДМС. Я посмотрела, что этот цвет снят с производства. Его замена у нас на 33, сейчас я вам скажу даже точно, на 33,26. Вот, и эта нитка у меня была в моих запасах, поэтому я ее взяла. И вот здесь были пропуски, я дошила. Вот, поэтому ехать мне за нитками не пришлось пока. Ну, в общем, здесь я сделала немножко сразу и бэкстич, то, что можно было выполнить. Стала уже вышивать вот эту кормушку. И теперь вышиваю с левой стороны. Вот у меня здесь будет солька, по-моему, вот этот цветочек. В общем, вот здесь вот такой вот участок, тоже достаточно насыщенный. Хотелось бы на следующей неделе вот вышить и эту сойку, и ну, хотя бы вот эту часть скворечника, тогда у меня до конца месяца останется дошить вот этот участок. Ну, в принципе, если я не буду отвлекаться и буду как-то уделять внимание этому процессу постепенно, да, то к концу месяца я и завершу эту вышивку. Мне бы очень хотелось. Вот. Больше я себе в планах ничего не ставлю, потому что для меня это много. Я вечером начинаю, вышиваю этот процесс, повышивала несколько там крестиков 200-300, сколько смогла. И когда чувствую, что глаза устают, я перехожу на хардангер, вышиваю там какие-то стежки, потому что основа у хардангера крупная, и там глаза у меня не устают. А здесь, конечно, от схемы, от мелких переплетений, конечно, глаза устают, и я стараюсь их беречь, сильно не нагружать, потому что чувствую, либо придется ставить лупу, иначе придется одевать очки. Но пока все нормально, просто я стараюсь, конечно же, не переутомляться, потому что я целый день сейчас работаю за компьютером, тоже глаза должны отдыхать. Вот. Меньше всяких этих гаджетов, бликов, и больше, ну, должны глаза отдыхать, какая-то перемена должна быть. Вот. Что еще? Ну, хотела показать, как у меня организован этот процесс. Этот замечательный процесс. У меня организован нитки вот так вот в коробочке. Вы видите, ниток очень-очень много. В каждой бобинке есть своя игла, теми цветами, которыми там пользуются. Если остается нитка, я их прямо сюда, эти иглы, и размещаю. Поэтому комплектация у меня здесь, да, такая, в общем-то, насыщенная. Ну и сам дизайн у меня хранится вот в этой сумочке. Шила сумку в прошлом году. Тоже были мои первые эксперименты. Мне очень понравилась эта косметичка, потому что она у меня широкая, легкая. Здесь я не делала синтепон, а просто на флизелин проклеила ткань, все на флизелин, и вот так получилось. Легко, очень интересно. Интересный такой дизайн, такая вот основа внутри, ну, в смысле подклад, вот так. Классная сумка, очень она мне нравится. Пользуюсь с удовольствием. Вот я теперь рада, что все-таки я потихонечку учусь к шитью,
и мои вышивки хотя бы вот так вот оформляются. Вот, это то, что у меня по крестикам. Так, вот так у меня, кстати, хранится, чтобы я знала, что это за процесс подписано. Вот. И у меня есть небольшие покупки. Сейчас я вам все покажу, расскажу. Покупки совсем небольшие. Вот набор линеек. Там за евро я купила. Это, в общем-то, ерунда. Ну, они мне тоже нужны. Там разные линейки. Вот. И так как я все-таки склоняюсь к тому, что я буду учиться шить пэтчворк, мне это очень заинтересовало. Пока у меня не получается. Но очень интересно. Хочется научиться делать красивые блоки. И у меня уже есть идеи, как украсить свой рукодельный уголок. Ну, буду шить, сегодня начну кроить фартук на швейную машинку, потом хочу сделать типа скатерть рабочую вот сюда из блоков. В общем, идеи у меня есть. И я поняла, что просто линейкой ножницами мне, конечно, тяжело вырезать все правильно, равнять. Мне нужны помощники. Поэтому я долго смотрела на эти помощники, но, знаете, они очень дорогие. С AliExpress не хотелось покупать, потому что там такое качество... Идет долго, а хорошее качество, то, что там прим, еще что-то, все стоит прям вот у нас очень дорого, эти линейки вообще по 20 евро и выше. И вот так вот думаешь, ну взять, не взять, как бы, да, каждое что-то стоит. Вот. Ну и сейчас к Пасхе многие магазины делают скидки, я заглянула в тот магазин, где покупала свою швейную машину, и там хорошие скидки, поэтому я... Решила не упускать этот шанс и приобрела, во-первых, вот этот нож. Никогда им не пользовалась для раскройки, да. Вот такой вот нож. 45 миллиметров. Вот, я не знаю, конечно, что за качество. Был и прим, но прим, конечно, тоже очень дорогой. И я решила, ладно, прям совсем плохой же он быть не может. Вот, и взяла вот такой вот нож. Он стоил там в два раза дешевле прим. Вот линейку от прим взяла, потому что все равно других там не было. Тоже очень дорогая, небольшая линейка. Ну, тут много направляющих. Такие разные здесь есть удобные отметки. Поэтому вот хотя бы маленькую линейку я взяла. И маленький мат взяла. По-моему, что-то у нас 45 на 30. Вот такой вот мат для кроя. Потому что ну, с таким ножом больше ни на чем не покроить. Да? Нужна какая-то основа. Вот такой вот мат. Вот это мои покупки, и сегодня я буду приступать и шить фартук, ну хотя бы по краю, и начну, посмотрю, что будет получаться фартук для швейной машинки. Сейчас напомню, что это у нас будет вот такая вышивка в основе, я ее уже проклеила флизелином, купила очень хороший флизелин в том магазине, где покупаю ткани, там у них есть очень хороший флизелин. Такой, знаете, очень плотненький. Мне нравится, как он держит вышивку. Вот, проклеила. Буду, конечно, смотреть еще здесь большие отступы. У меня нужно будет немножко срезать сверху и снизу. Пока у меня были совсем маленькие отступы, поэтому пришлось вот по максимуму тут отрезать. Ну, конечно, нужно подровнять все края. Теперь у меня есть нож, есть помощники, которые мне помогут все это ровненько все подрезать. Вот, и эту вышивку буду я оформлять в фартук. Сейчас я вам напомню. Так, это мой наполнитель. Так, это мой наполнитель. Буду его использовать для наполнения. Буду делать какую-то стежку, ну, самую простую. Вот, покупала в том же магазине, очень дешево. Прям большой, огромный кусок. Шью, режу его. Тут он у меня везде используется. Это такая классная штука. Так, и... Вот это у меня моя вышивка будет впереди закрывать машинку. Я буду ей любоваться. Вот это основной цвет сверху и снизу. Я немножко померила мою машинку. И я хотела сделать впереди кармашки вот из этой ткани. Кармашки не получится, потому что места не хватает. Может быть, я сделаю с обратной стороны кармашки. Вот так, чуть-чуть ниже. Чуть ниже, так, вот, может быть, с обратной стороны я сделаю эти кармашки, или, может быть, просто пущу только на кант,
То есть у меня будет кант вот сделан из этой веселенькой конюшки. Вот так как-то будет разбавлять монохром. Ну и белый цвет, чтобы шить блоки. Все-таки буду шить блоки летящей птицы. Посмотрим, что у меня там получится. В общем, я пока так вот думаю. Конечно, в процессе я буду смотреть, что с чем сочетается, что как получается. Вот, но я определила, что вот эти три ткани у меня, белый птицы и оливковый монохром. И вот из этого я должна сшить сегодня, ну не сегодня, работы будет много, и хотя бы покроить, сделать блоки, как-то наметать свою работу. Вот, буду делать фартук на машинку. Я 100 раз подумала, будет очень красиво и будет неприятно, потому что машинка стоит на рабочем столе, и я буду любоваться этой вышивкой. Она радует глаз, очень здоровская. Вот, такие новости, такие у меня планы на эти дни. В общем, работы много, я отправляюсь. А вам желаю хорошего настроения и до новых встреч. Всем пока-пока.